Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Крошка, Крошка, Angry Panda, Снеговик, Ремикс. Пацанчики, поздравайтесь! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Сегодня у нас школа из игры Little Pony. Я буду бабкой Грэнни. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А вы, пацанчики, уже должны были разбежаться по всей карте, или я убью эту собаку. Беги! Бегите, пацаны, даю вам 20 секунд. Не знаю, как у вас это получится, карта очень большая, есть очень много кабинетов. Не знаю, ли получится вообще кого-нибудь меня найти. Надеюсь, я найду. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. А мне интересно, стекла разбиваются? Нет. Блин. Так, все, я на первом этаже. Есть. Я иду потихонечку. О, я Димаса слышу. Нет. Нет, это не я. Хорошо. Это не я. Ты топаешь. Это я топаю? Димас спалился, ля, пацаны. Прям надо мной, подо мной точнее. Так ты же скажешь, что на первом этаже. Ну да, я на первом этаже. Так тут подвала нет. Так я... А, тут полуподвал. Потолки. Какой полуподвал? Не понял. Я сам вообще в шоке, что вы говорите? Сумасшедший. Э? Мы не знаем, что это такое. I'm crazy, man. В дурку его, пацаны, в дурку. Вы еще взяли маленькие скины? Нет. Акула остался акулой. Вот. Ты прям у меня дверь открыл. Нет. Да. Надеюсь, не найдешь. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Вот очень сильно. Да нет, это не у тебя. Да у меня. Да никого нету. Не ври. Слышу. Бегу. А я никого не вижу. Пацаны, иди вас. Дверь закрыта. Не открывай мою дверь. Я слышу, кто-то монтировка ветер делает. Димас, слышно? Да, я слышу. Но в школе есть такая фишка, как эхо, и оно разносится. О, наконец-то ремикс, мы теперь с тобой. Ура, я уже думал, я никого не найду, у меня какое-то облегчение на душе, что ли, стало? Слышишь? Пацаны, вы на первом этаже, да? Да. Я бегу там и остался, так скажу. Где начало было? Я тебя увижу, а где там можно было остаться? Ты в библиотеке, что ли, заныкалась? Наверное, не знаю. Блин, нафига я убежал оттуда? Не знаю. Вот, тут кто-то есть, я чувствую. Я тоже чувствую то, что около меня какое-то страшное существо. Это существо я. Нет. Вот. Я чувствую запах страха, что ли? Я походу в туалет сходил. Я чувствую. Это. Говорит, я сходил в туалет. Это, а что это плохо? Это было непроизвольно. А подсказки можно давать? Да, давай подсказки, потому что карта запутанная. Я в том месте, где очень много потеют. Это в школе? Да, ну, почти. Потею в спортзале. Да. Я догадалась? Да. А тут дверь закрыта. А что, это не спортзал? Это не спортзал? Димас, как Грэнни стать? Это место, где... А где ты? Я тебе дам пилпак, где ты? Постой, в ремикс, вон туда, посмотри, под лестницей. Пацаны, походу... Давай, короче, я лечу, давай, вот. Я Димаса увидел. Во, есть, ремикс уже бабка Гранени. А я ему выдал. Давай, ты сейчас вернусь здесь. Тут, кстати, ребята, очень красиво. Отлично. Три бабки Гранини. Меня не найдут. Найдем, только подсказку дашь чуть-чуть когда-то? В спортзале. Так, что-то я... Нет. Очень странно, камера работает. В музыкальной комнате. Что за баг? А пробел не нажимайте, пацанчики. Не надо, пожалуйста. Да, я вас умоляю по-человечески. Я вижу фиолетовую сцену перед собой. Так, подождите, давайте объединимся и вместе пойдем, чтобы мы никого не упустили. Так, я остался бежим. Только я и крошка-окрошка. Молитву можно уже читать, пацаны. Да. Так, пацаны, я бегу вниз. Ой, кто тут дверь мой открывает? Мочи его. И оставь мне чуть-чуть жизни, чтоб я домочил. А на каком этаже ты? Я? Да. На первом. Ага, ты на первом этаже. Вот я. О, готово. Побежали. Я сейчас дверь открыл. Кто дверь открыл? Я не знаю, это они. Я стою на шухаре. Нету. Точно?
Точно. Ну, если тут есть маленькая собака или сквидер, то скажи мне. Есть, вот в столе сидит. А, да? Во-во-во, дверь открыл, дверь кто-то открылся. Нет, никого нету. Так, давай Стоять. Сюда. Опа. Слышал. Вот кто сейчас дверь открывал, услышал. Беги, панда. В туалете. Нету в туалете меня. Нет, ты, наверное, в туалете. Я видел, мы убежали. Подожди, это где вообще туалет? Давай, вот, вот еще туалет, иди. Я твой женский. На шухаре. На женщину зайдем. Это не, да, это женский. Розовенько все. Там тоже розовое было. Никого. Слышу выстрелы. Я прям дам в углу карты нахожусь. Я дам подсказку гранатой. Под... Так. О. Он наверху. Это от меня. Побежали, побежали наверх. Прикольная карта, да? Да. My Little Pony. Тут даже где-то есть всякие картины прикольные под эту игру сделаны, стилизованы. Вот так, как в оригинале все. Так, куда ты бежишь постоянно? Я ищу их. Логично так, тут надо нету, все тут посмотреть. Нету, тут нету, тут тупик. Здесь там тупик дальше. Можно лазить? А, нет. Я видел одного, но упустил, к сожалению. Настроя, да? Да. И получается, мы еще не можем двоих найти. А школа здоровенная. Пацаны, давайте наверх пойдем. Вот я наверх иду. Не надо. Я тоже наверх. На второй этаж ушел. Надо. Слышу взрыв постоянно какой-то крутой. Тоже слышу. На первом этаже. На первом? Я думал, на втором. Я же говорю, что я на последнем. На первом этаже. Это где-то в библиотеке. Да. Ой. Шары, шары, слышишь? Да. Так, где они? Не знаю, кто. Кто включил музыку? Это бабка Гренни какая-то нажала. Тут черепа валяются, пацаны, не ваши? А где это? В форме акулы мой. Если там есть... Пацаны, я чуть не могу найти, они сильно шкерятся мощно. Я во всех роликах последним находил. Так потому что ты читер, ты залетаешь на В, наверное. Да. Туда, где я могу... Отлично, о, пацаны! В библиотеке, офигеть! Димас четерюга! На тебе! Это пилпак. В музыкальной комнате. На. Бабка Крейни будешь. Да. Все, пацаны, нас четверо, теперь мы должны найти одного. Вы справимся? Я сюда запрыгну, сейчас упаду. Вы должны. Так, я вижу бабку Крейни, я с тобой. Дай подсказку, на каком-то этаже. На первом. На первом летим. Понял. Где я это, в театре. Тут фиолетовая сцена. Ой, все, спалился. Я, походу, застрял, пацаны. А я знаю, где застрял. Это. Я тоже знаю, где это. Но я не знаю, где это. Вот, 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 где-то вот... Нет, не здесь. Где ты? Где ты? Я найду его сейчас, наверное. Давай. Ты найдешь. Пойди быстрее, пацаны, его ищем. Ой! Вот нашли? Там Филд из-за того лежал. У меня проблема. Не открываются тут двери. Давай пробуем удалить. Она в меня отрикошет. Ага. Он сказал, что он где-то мог что-то встретить. Опа! Пока. Кто сейчас дверь открывает? Это я. Пока. Ой, с другой стороны открывают. Где ты, наш Скуди? Я спрятался. Так, первый этаж. Ты на первом этаже, да? Нет, я уже на втором. Ах ты бомж. А как мы тебя найдем тогда? Он по лестнице прибежал. Ты я логично. Знаю, я знаю. Так, надо быстрее бежать, я не успеваю. Я череп даже. Тю, блин, хотел уже мочить, а это ты. Да. Я... То я вижу перед собой то, то, что может мыть, то, что можно есть. Это на втором этаже? Нет, уже на первом. Ты бомж? Нет. Ты что, дурак? Дай подсказку. Стрельни там. Стрельни. О. Все, только никуда не уходи, да, мы тебя замочим. А ладно. Я пока покушаю. Давай, давай, потому что далеко. Я видел кого-то возле библиотеки. Точно. Это в центре. В центре? Нет, это не в центре. Так, располагайся. Сейчас, если найду кружку-окружку, я в него говном буду кидать. Спорю. Да ты его найди сначала, ты видишь, как он читер? Я хорошо прячу. Я карты изучал. Я в том месте, где он сказал, но его тут нету. Ты же где? Я вижу то, что может мыть.
то, что может стирать. Это стиральная машинка, что ли? Я вижу ее. 4, 7 штук даже. 7? В смысле, так, 7 что я это? Вижу? 4. Так, подожди, это тут. Это стрелять. Да. Давай. Нет, не буду, вы прям походу рядом. Да нет! Что, мне найти не может? Так реально сложно. Ты же перемещайся, ты на месте сидел. Ты же ходишь постоянно, карта здоровая. Так мне страшно ходить. Не бойся, не бойся. Выходите в группы все время или не по раздельности. Ой! Пугал меня! Убил крошка-крошка? Да. Давайте я жахну. Как сильно. О, пойдет? Да. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ссылайте его ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!